здесь будет хороша фраза, что единственный человек, с которым ты должен себя сравнивать, это ты вчерашний. Сьогодні про роботу мрії нам розкаже Вікторія Сафронова, HR-експерт, сертифікований кар'єрний коуч, магістр психології. Має 10-річний досвід роботи в HR-підрозділах національних компаній. На сьогоднішній день займається впровадженням HR-бізнес-процесів, навчанням та розвитком співробітників. Викладає курс HR Basic, допомагає з профорієнтацією, пошуком роботи мрії, наповненої сенсом та власних талантів. Обожнює свою роботу. Но схема эта очень известная, и она, правда, очень работающая. Нам нужно в любом случае расписать, но это важно, не просто обдумать, а именно расписать три аспекта. Первое – это то, что мне нравится делать. Вы должны понять, вот, что вас драйвит, что добавляет вам энергии, что вам вот, ну, вот в кайф, да, что вам нравится делать. Это будет ваш первый списочек. Второй ваш списочек будет, что вам хорошо удается, что вы можете делать. Здесь очень часто скромность нам излишне мешает, и поэтому тоже вот задействуют помощь, допустим, специалистов, да, или можно попросить кого-то из близких сказать, что я хорошо умею делать, потому что мы иногда не видим из-за скромности, из-за каких-то мыслей, что да это все могут, ну что-то такого, ничего такого нет, все это могут, да. И это будет список, где будут наши навыки, способности, таланты, чему мы можем научить других людей, зачем к нам обращаются, к примеру, за советом. Ведь очень часто мы можем не замечать, а люди к нам с этим приходят, да, вот где мы можем быть полезны. Ну и, конечно, третья часть – это то, что нужно миру, а если уже, то рынку труда. Здесь, наверное, нужно очень трезво анализировать, очень взвешенно подходить, нужно смотреть, какой рынок и что ему может быть нужно, этому рынку. Хотя и не отметать вот так называемые голубые океаны, да, быть мечтателем, потому что очень много бизнесов, которые мы сейчас смотрим и думаем, как можно было до этого додуматься, да, кому это, казалось бы, кому это могло бы быть нужно. Но это вот те голубые океаны как раз. Если эти три составляющие мы соберем, вот мы их, они у нас будут перекликаться, да, если они будут в кружочках таких. И вот если эти три кружочка собрать, одно, серединка их, она, конечно же, будет как раз тем, что нам нужно делать. Не навсегда. Вот этот, мне кажется, груз не стоит на себя взвешивать, что вот сейчас мне надо принять решение навсегда. Нужно идти вот за тем, что хочется делать, за тем, что хорошо получается, и за тем, что, ну, грубо говоря, за что кто-то будет платить, да, за что рынок, потому что рынок труда, он, конечно же, рынок, за что рынок будет платить. Прежде всего, нужно очень много проактивности и очень много действий. Работа сама себя точно не найдет, нужно задействовать, если мы говорим о собеседовании на работу, нужно задействовать джоб-сайты, социальные сети, нужно задействовать там друзей. Существует такое понятие, как концепция силы слабых связей. То есть при поиске работы мы всегда не ожидаем, что именно может являться нам помощью. Мы ищем в ближайшем своем круге, да, в ближайшем окружении, на самом деле она может найтись совершенно там от людей случайных. Поэтому, конечно же, нужно много кому об этом сообщить, о том, что мы ищем работу, к примеру, да. И когда мы уже готовимся, знаем, куда мы идем на собеседование, то, конечно, нам нужно лаконичное, релевантное и интересное информативное резюме. Ну и, конечно, нужно еще подготовить вопросы, которые будут нас интересовать, потому что это всегда диалог. Работодатель выбирает работника, а работник выбирает компанию. И подготовьте рассказ о себе, когда он у вас подготовлен, вы можете рассказать о себе очень грамотно. Да? Специалисты даже проводят такой тренировочный формат, он называется mock-интервью. Тренировочный формат собеседования, когда прежде чем идти, мы можем подготовиться, допустим, с карьерным консультантом, проговорить какую-то самопрезентацию. Ну, даже если мы можем сделать это дома со своими близкими или друзьями, то это тоже необходимо сделать. И тогда мы очень грамотно можем ее рассказать на самом собеседовании. Я очень люблю свою работу за то, что я могу видеть ее результат. Как HR-специалист я могу видеть сотрудников, которые становятся, допустим, руководителями, или которых там, я принимала на работу, как работая в рекрутинге. Да? Я могу видеть, как работают HR-процессы, которые я помогаю прописывать. Я вижу, как они внедряются уже в работу, и они живые, и я вижу, что они помогают налаживать процесс обучения, развития и других процессов HR-отдела политики. Да? И, конечно же, как карьерный консультант я занимаюсь профориентацией и профидентификацией, это и взрослых, и подростков, и я вижу, когда
у них много чего получается, независимо от того, просто ли они находят работу, или, скажем, им становится что-то понятно, потому что то направление, которым я занимаюсь, это карьерный коучинг. Оно помогает, если в двух словах, то оно помогает распутать вот этот клубок, который у нас есть, когда нам непонятно, куда двигаться, как выстроить план действий, в чем я хорош, да, и это очень помогающее направление, поэтому я очень люблю видеть конкретный результат того, что получается. Якщо тобі від 12 до 16 років, то вже з 11 червня ти зможеш повчитися у Вікторії на таборі Z-Camp. Реєструйся! Став лайк цьому відео, залишай свої питання в коментарі та підписуйся на канал. До зустрічі!